каждый день, встречаясь со своими коллегами в офисе, я мысленно формирую вокруг каждого из них своеобразное облако, состоящее из тем, задач, писем и вопросов. Я делаю это уже бессознательно, если сотрудников немного, вспомнить то, о чем мы говорили неделю назад, не проблема. Наша команда растет, каждый год к нам приходят десятки новых специалистов. Сейчас нас уже более 150 человек. Растет команда, увеличивается количество задач, с которыми сталкивается каждый сотрудник. Контролировать их становится все сложнее и сложнее. Мы агентство, которое разрабатывает большое количество технологических решений для своих клиентов. Это инструменты по работе с контекстной рекламой и поисковой оптимизацией. Также мы разрабатываем интеграционные решения с нашими технологическими партнерами. Платформой по управлению контекстной рекламой Origami и системой подсчета и аналитики звонков с рекламы CallTracking.ru. На определенном этапе своего развития мы поняли, что нам нужен хороший таск-менеджер, который помог бы заменить Outlook и оптимизировать нашу работу. Мы не хотели разрабатывать такую систему самостоятельно, поэтому начали поиск готового продукта. Из нескольких рассматриваемых решений мы остановились на Bittrex24, функциональность которого закрыла все наши потребности. Мы сами не ожидали, что внедрение пройдет так успешно и новую систему примут все сотрудники компании. Все просто почувствовали на себе, насколько это удобный и необходимый инструмент. А секрет прост. Теперь не нужно пользоваться разными системами, открывать кучу окон и разбираться в этом хаосе информации. В разы сократилось время на постановку и контроль задач, на передачу дел и обмен документами. Рабочие файлы перестали теряться. Нужные версии всегда под рукой. В Bittrex24 все очень просто найти. Уходят в прошлое обиды и конфликты. Прозрачная система постановки задач и учета рабочего времени минимизирует претензии и ошибки. Какое-то время после внедрения мои коллеги по привычке прислали свои просьбы мне в почту. Я просто отвечал им: «Окей, я сделаю. Поставь задачу в Bittrex24, пожалуйста». Последнее такое письмо мне пришлось написать несколько месяцев назад. Для меня это самый лучший показатель успешного внедрения.